Почти 500 000 рублей изъяли ростовские таможенники у пассажира международного авиарейса Ростов-Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. Гражданин России переместил по зеленому коридору аэропорта Пулатов более 1 200 000 рублей. При этом декларацию не подавал. Сумма незаконно перевозимых наличных за вычетом разрешенных к вывозу без декларирования составила более 470 000 рублей. По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Всего по этой статье с начала 2021 года возбуждено 68 дел и изъяты денежные средства, общая сумма которых составила более 11 000 000 рублей.